пошли к психологу разбираться, что у вас там. Вы же пошли-то не от хорошей жизни, не от хорошего настроения. Приходит и говорит, ну давай в детство. Какие воспоминания из детства нарисует ваш мозг, если он в депрессии находится? Ну все, печаль. И мы будем думать, что это с нами на самом деле так происходило. Что нас там обижали, что нас не любили, игрушку хотели. Вот. Ребенок как думает, да, игрушку любит. Мозгов-то нет еще, там лишние нейроны. Так сказать, еще не прорядили, не дали, не любит. Вот. Дали по попе, не любит. Иногда бьют от усталости, от незнания, что делать и так далее. Но в голове может запасть, понимаете? И говорит, а давайте вот проблемы из прошлого поищем у вас там и так далее, посмотрим, что у вас там в детстве, как вы с вами обходились. И дальше вот эта как бы ложность этого восприятия. Понимаете, вот изменение мозга мы уже не можем. У нас нет того мозга детского, в котором бы могли вспомнить, что-то с нами происходило. У нас сейчас уже другой. Логику, что вот если в детстве было так-то, то во взрослом будет так-то, очень сомнительно.